мы хотели сейчас продвинуться туда к лагерю. Поближе к лагерю, мы туда вот ближе к лагерю еще не были. А скажите, футболку видели, которую нашли? Да. А там были какие-нибудь следы борьбы, нет? Да это неизвестно, что, но она в машине лежит, там женщина живет. Короче, он должен был пробежать, два дома стоят, он должен был второй дом пробежать и свернуть сюда. Он не добежал, он у первого дома свернул, а не вот прям пробегал рядом между ними. Она его знает. Она его опознала, сейчас возили эту футболку, говорит, он в ней в футболке пробегал, в этой футболке. Эту футболку нашли на дороге километра за три, там совсем в другом месте. И шапку нашли в лесу вот здесь. Ничего не стыкуется, ничего не понятно. Как так может случиться? А вот парни говорили, что машину какую-то видели. Ну, мне тоже такое говорили. То есть не проверяли, еще никто не смотрел? Не знаю, так ну они видели, там же дорога, центральная дорога идет. Митсусиби, что ли, какой-то черный, там вроде как бы не русские в нем были.